Вас приветствует Алена Ариес. Узнайте, что же принесет вам вторник. Итак, мои хорошие, вторник принесет вам награду, деньги. Награда, в смысле, может быть, премия, может быть, реальная награда. В общем, какие-то деньги, оплата ваших услуг, к примеру, да, может быть, но это не долг. Так, и по финансам будьте внимательны, все проверяйте, потому что, да, мошенники не дремлят, как я обычно говорю. Радостные новости вас ждут какие-то. Но по финансам будьте внимательны. Еще момент здесь, девочки. Вполне возможно неожиданное признание в чувствах со стороны какого-то мужчины. Причем мужчина светленький, рыжий или белокурый волосы, светлокарие или серые глаза, активный, целеустремленный, жизнерадостный. И, кстати, из-за этого признания или... ну, может быть, вы как-то заметите, но он явно будет проявлять чувства, будете переживать почему-то. Вот, да, кстати, еще очень возможно, если у вас есть дети, внуки, если вы с ними нормально общаетесь, тоже предупредите, потому что здесь может быть обман не в вашу сторону направлен по финансам, да, а у кого-то из ваших детей или внуков. Внуков, предупредите, чтобы были внимательнее. Вообще, внимательнее нужно быть всегда. А не только, когда выпадает старший аркан дьявол. Так. Веселье вас еще ждет. Ну, скорее всего, после обеда или ближе к вечеру. Вот, да, классное веселье. И, в общем-то, день завершился. Придет много денег, какая-то награда и праздник. И, в общем-то, и весь день, ну, по большому счету. Ну, давайте еще посмотрим. Так, вы отношения еще с кем-то повыясняете во вторник. Так, да. И не факт, что вы будете правы, вообще-то. Вот. Но, тем не менее, выяснение отношений закончится хорошо. Потом я вижу какое-то общение по поводу решения важного для вас вопроса. Это тоже после обеда. Но, видимо, во вторник вопрос не решится, девочки. Нужно подождать, проявить терпение. Вот. Вечером еще, кроме вот этого торжества, может, у вас корпоратив во вторник намечается. Или, ну, не знаю, еще какая-нибудь встреча веселая. А вот. Но я тут еще дело в том, что вижу как свидание с мужчиной. И мужчина, в общем-то, такой, знаете, сильный, деловой, серьезный. Может быть и деловая встреча, но дело в том, что мужчина 100% к вам неравнодушен. А вот, и у него чувства. Поэтому либо у вас свидание все-таки будет, либо, может быть, деловая встреча, либо с кем-то встретитесь, но имейте в виду, что тот мужчина, которого вы встретите во вторник вечером, он к вам неравнодушен, у него точно есть чувства. Так. Еще один мужчина будет проявлять к вам интерес, и вам, кстати, он тоже интересен. Светленькие, рыжие или белокурые волосы, светлокарие или серые глаза, активный, целеустремленный, жизнерадостный. Еще мужчина черненький, серьезный, практичный, деловой. Вот, будет предлагать вам какую-то поездку, какие-то возможности. Может быть, путевку, может быть, кто-то будет звонить, предлагать вам что-то. Вот, ну, как бы это не свидание. Про свидание я вам сказала. Так, ну... Смотрите, вот вопрос, я уже сказала, в общем-то, вы, может быть, и сделаете какие-то соответствующие действия, чтобы вопрос решился. Вот помните, я про вопрос говорила, что какой-то вопрос вы будете решать во вторник, но он явно во вторник не решится. Вот, и вы наметите план действий, в общем-то, на следующий день. Для решения этого вопроса, скорее всего, в ближайшем будущем этот вопрос решится. В общем-то, к вашему удовольствию. Но во вторник точно нет.
Вот. Ну, в общем, вот такой будет день, достаточно насыщенный. Вот. Подробнее вы можете узнать свое будущее на консультации. Пишите мне на Вайбер, WhatsApp, Telegram. Ну и теперь карта совета для вас. Богиня Маат, справедливость. Проблема разрешится по справедливости. Это вот про этот вопрос, который не решится во вторник. Он решится чуть позже по справедливости. Ну, видимо, справедливость на вашей стороне. А я желаю вам всего самого-самого наилучшего. С вами была Алена Ариес. До новых встреч, новых видео. Пока-пока.